В этом видео я хочу показать самый простой и быстрый вариант оформления зубчатого подгиба на однофантурной вязальной машине. Обратите внимание, этот подгиб отлично подходит для толстой пряжи, потому что с изнанки провязывается через иглу, то есть он гораздо тоньше и эластичнее обычного. Раппорт состоит из двух частей, 10 рядов вяжем через иглу и, внимание, 11 рядов вяжем на всех иглах. Выполняйте набор петель через иглу привычным способом, сразу рабочей пряжей или бросовую нить, как вам удобно. Провязывайте так 10 рядов, вводите в работу остальные иглы полотна и провязывайте 11 рядов, то есть на 1 ряд больше. Надевайте на иглы протяжки наборного края и дальше можно вязать детали изделия. Если провязать часть на всех иглах больше на 4-5 рядов, получится ровный край без зубчиков. Обязательно посмотрите другие наши видео по вязанию на машине.